В Архаусе есть тут вот специальный вход с улицы. Здесь можно зайти и сразу в лифт. Да, туда вот не заходить. Туда по этажам. Можете или подняться, или зайти в лифт. Или поехать поесть. И сразу поехать на третий этаж. Да, и подвести. И поехать. Темно. Да нормально. Мы зажим ищем. Для калфы. Мы зажим ищем. Да, и рубашку. Я думала, мы поесть приехали. И поесть. Приехали. Открываются двери. Давайте, давайте. Что-то не открывается. Смотри, прямо на футбол. Как удобно так. Кто-нибудь брал в этом банкомате деньги? Там руку может отодвигается, там мне берешь деньги, она быстро-быстро так сдвигается. Маша, ты же напугался, нафигел. А представляешь, это хрязь. Она прям быстро, да, так, так вот. Осторожнее. И, короче, чек нам не выдал. Извините, ведут технические работы. Как в прошлый раз прям. Я говорю, хорошо, хоть деньги взяли. А то в прошлый раз нам посчитали, карточка хоть выскочила. Ой, хорошо. Какой безопасный банкомат. Чек, дайте нам. Не будет. О, я нашел там чек. Там чек. Не напечатала. Нет, там чек. Ладно. Надо выпить. Не надо. А, это что, просто заживал наш чек, что ли? Профессионал. Да ладно. Нет, это не наш чек. Тут сидит баланс. Нет. Какой большой. Это не наш баланс. А вот, смотри, баланс карты. Это не наш. Это у кого-то заживало. Да, это наш баланс. Где же наш баланс, если у нас таких денег нет? Наш баланс. Красиво-то красиво, а отделок нормальных нет. Ни рубашку, ни одежду здесь не купить. Одежды тут не купишь. Так поесть наверху. Покушать и все. Ничего тут нет, короче. Помидоры сколько стоят на данный момент? Кабачки 39. Перцы, капуста, лук. Лук 69, белые, сетки 19. Да. Иванка, мне чай не хватит. Да, может быть. Смотрите, картошка стоит, так и будет. 99,90. Вот. И 69,90. Так, посеванная сетка, а 16,30 это вот этот. Сетки он вообще плохой. Будете отрезать его. А вот этот отечественный 17,90 вот. Ну это вообще срамота. Маленькие, мелкие, грязные. Вообще какой-то нехороший. Чего? Маша нужно, чтобы я взяла имбирь. Видите, поднимается. Маша на кнопку нажимает. Поднимается эта штука. Все, опускаем. Я думаю, ты что-то будешь брать. Имбирь маринованный. 339 рублей. Вот. Ты ничего не захотела. Смотрите, яйца стоят 49,90, это S1, и S2 36,90. Ну, вот так вот стоят яйца. Туалетная бумага такая стоит 7,90. Ну, ёлки. А с яблочком
такая вот, 4 рулона стоит 69. А то, которую я хочу, не разрешают даже пипнуть. А Марсель хочет взять сразу большую партию, вот эту вот, 12 рулонов. Ну иди пикни, сколько она стоит. Офигеть сколько. Да еще если она тонкая, то мы же не знаем, ее не проверяли. Два будет слоя она... написано. Два слоя мы тогда тоже брали, она была вообще фиговая. Есть такие бумаги, где два слоя, и это будет просвечивать как вообще ни о чем. А есть там, где два слоя, и прям ой, вообще плохо. Ой, тебе не нравится, да? Хэвчу. Имеет ноги. Table. О. And. And. Chairs. Chairs. Table. Это самая легкая была нога. О, реклама десерта Макдональдс. Такое место хорошее у нас. Ага. Хоть поместились оба, а то ты с рюкзаком, тебе вообще неудобно. Из Хангри. Сразу переводи.